сальто, вы видели, ребята, я сделал сальто. Вот это круто. Ой-ой-ой, берем защиту, пошел. Ох, отлично мы. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра. И сегодня мы поиграем вот в такую вот замечательную игру под названием Фейли Рейдер. Так, ну что ж, мы сегодня уже играем такую игру, где можно кататься на мотоцикле. Мы постоянно с вами играли в эти игры, там были машины разные, мы постоянно разбивались. А сегодня мы будем кататься на мотоцикле. Так, ну что ж, поехали. Короче, жевал себе козлик сена, а мы ехали тут крутые такие. И тут козлик нам говорит, о, западаю, вау, и он нас сбивает с дороги. И мы просто падаем вниз с огромной высоты. Так, собираем монеты, потому что она... Вау, ребята, ой-ой-ой-ой-ой. Хоть бы не упасть, пожалуйста, я не хочу упасть. Посмотрите, с какой скоростью я... Вау, козёл мне навстречу выбежал, и я просто упал. Вот это да. Попробуйте снова, конечно, обязательно давайте попробуем снова. Как же ж на козла я попал на этого, который меня просто уничтожил. Так. Так, здесь у нас рекламы какие-то. Так, давайте продолжим нашу замечательную игру. Вау, ребята, вот это меня носит. Какая огромная скорость. Трамплин. Потому что там едет паровоз. Вау, вот это ушел. Очень тяжело просто, я не знаю. Мотоциклом этим управлять очень сложно. Очень. Так что, не каждому... Здесь еще и повезет, я хочу сказать. Так, пошел. Вау, отлично. Едем. Проезжаем. Аккуратненько едем. Поехал, берем монеточку. О, скоро озеро будет. О, замедление времени, ребята. Я хочу брать... О, отлично, мы взяли замедление времени. Это нам, наверное, спасло жизнь, потому что мы могли врезаться во что угодно, просто-напросто. Вон, ребята, козел опять идет. Посмотрите, надо на него не попасть. Нет! Да что ж ты будешь делать? Хотел увернуться от козла и врезался в скалу. Но ничего, ребятки, мы с вами сейчас обязательно должны как-то объехать. Так, ну что ж, давайте заново попробуем. Скорость на пределе, давайте просто-напросто попробуем. Вау, в сальто, вы видели, ребята, я сделал сальто. Вот это круто, ой-ой-ой, берем защиту, пошел. Ох, отлично, мы разбиваем все, что на нашем пути, посмотрите, круто. Вау. Едем дальше, едем. О, ребята, может нам защита даст сбить вот этого козленка? Нет, он убежал. Ребята, козел от меня, он испугался моего щита и просто убежал вот этот козленочек. Так, ну что ж, а мы едем дальше. Вау! Ух, ребята, мы по встречной едем, это не годится, надо сворачивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихонечко. Тихо, я не хочу проиграть, я хочу далеко заехать. Вау! Бам, в кактус, да что ж такое-то, а? Опять врезался. Ну ничего, мы покажем, что еще можем. Отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, может нам какой-то мотоцикл можно взять другой. Посмотрите, сколько здесь автомобилей, ну я имею в виду мотоциклов крутых. Ого. Но они пока что еще недоступны. Я думаю, что в скором будущем мы с вами их обязательно откроем. И обязательно на них покатаемся. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас дальше. Ну, здесь как всегда, это мы уже видели. Да. Тут козлик сейчас нам даст, он сейчас нам покажет, что это такое. Бау!
Вау! Круто. Поехал. Так, поворот. Так, аккуратненько, здесь трамплинчики идут. Бам-бам. Замедление времени. Не взял я, улетел. Да что ж такое? И в речку прямо. Бульк. И ударился. Все. Какое-то нам рекламирует. Так, идем дальше. Круто. Вот это да. Вау. Не смог удержаться. Все-таки, ребятки, хочу вам сказать, что ездить на автомобиле намного легче, чем ездить на вот этом вот мотоцикле. Потому что на мотоцикле довольно-таки сложно ездить. Да-да-да. Да, что ж, пошел. Поехал. Да что ж ты, блядь, носить с самого начала? Никак не можешь ты доехать, куда положено. Вон опять этот баран идет. Вау, давайте прятаться от него. Вау, ху-ху-ху-ху-ху. Да. Время не взяли. Вай, да что ж такое? Вай-яй-яй-яй-яй. Бульк. В речку. Все. И звездочки только летают у нас вокруг головы. Но это нам не мешает. Так, давайте начнем, пожалуйста, сначала. Вот это эпичное падение, конечно, у меня, ребяточки. Вот это да, я и сам не ожидал, что так получится. Но, как видите, так получилось. Хотите попробовать этот мотоцикл? Конечно, хочу. А что, мы открыли новый мотоцикл? Да, ребятки, мы с вами открыли новый мотоцикл, наверное. Да, мы сейчас посмотрим. Обязательно. Да, ребята, все, мы его одели. Все, у нас теперь другой мотоцикл. Ха-ха, ну что? Я в очках, крутой такой, еду туда, ты тут мне мешаешь. Вау, вот это да, новый мотоцикл намного лучше, чем старый. И меня уже не так носит, ребятки. Это значит, что мы должны с вами, если не встретим вот этого идиотского барана, то мы с вами пройдем далеко-далеко. Так, берем монеточку, отлично. Тихонько. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Вот это я понимаю мотоцикл. Вау, откуда ж ты взялся, забодал меня рогами своими. Вот это да. Не ожидал я такого, конечно, от тебя, что ты меня так предашь. Я думал, с тобой барашек подружиться или козленок. Кто ты? Козленок, наверное. Все же он больше похож на козленка. Опять этот козёл, ребята. А ну иди от меня. Да, такой нехороший. Ух, ребята. Бэ-бэх в камни. Вау. Ох, еще и на кактус налетели. Вот это вообще, конечно, круто. Вот это, конечно, круто. Так, что у нас тут дальше? Отлично, мы взяли защиту. О, замедление времени. О, круто, ребятки, посмотрите, как замедление времени отлично и эпично смотрится. А козленок нас испугается и убежит, потому что он увидит нашу защиту. И он боится, что мы его протараним и просто-напросто убегаем. Так, защита наша закончилась, ребята. Мы с вами продолжаем ехать. О-о-о.
Вау! Отлично. О, вон еще один трамплин. Ребята, я увидел вот трамплин. Вау! Круто! Круто! Просто замечательно. Все-таки видите, да, ребят, этот мотоцикл намного лучше, чем тот предыдущий. Так, еле мы от козленка убежали только что с вами. Вау, да что ты, куда ты крутишься? Ох, ребята, вы видели, какой я сделал трюк? Это просто невозможный трюк. Как так можно было вообще крутиться? Вау. Так, мы выехали на трассу по встречке. Надо быть бдительным и внимательным. Потому что можно в любой момент получить нос и врезаться. Вау! Да, вот это мы заехали с вами далеко, ребят. О, заметюха времени. Берем заметюху времени обязательно. Все, теперь мы можем делать более точечные маневры. Вау, ребята, поезд. Надо успеть проскочить. Да, ребята, мы успели, ура. Круто. Вау, ребята, сальтуха. Круто, вот это мы с вами в этот раз заехали далеко очень. Вау. Заметюха времени опять новая, ребятки. Все отлично, все рассыпается вокруг нас. Огонь, о, новая трасса, ребят. Ба-бам. А мы продолжаем ехать. Нам не помеха ничего. Так, мотоцикл без тормозов, это, конечно же, отлично. Новый баран опять, откуда этот козел взялся? Ох, ребята, посмотрите. Вы видели, как я сделал? Ой, да что ж ты будешь делать? А, мы врезались в машину. Мы так далеко с вами заехали и просто врезались в машину. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск Фейли Радис подошел к концу. Так что ставим пальчики вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. И с вами был Юра. Пока-пока.